Ну, что касается моего родного языка, поскольку тема сегодняшней нашей передачи все-таки родной язык, я его обожаю, я его люблю. И хоть говорят, что он немного архаичен, что немного стар. Да, действительно, народ мы древний, народ мы старый очень. И это, по-моему, только плюс, поскольку вот в вашем вопросе прозвучало, это плюс или минус. Мне кажется, что чем древнее, чем старше народ, тем культура интереснее, если, особенно если он еще держится и стоит на ногах, так как мы держимся действительно последние годы. Тема очень интересная, я рада, что принимаю участие в вот такой передаче. И хотела бы напеть вам одну песню, которая, по-моему, передает вот душу грузинского языка. Сотаки девмоит минекулу Малинушия хававате бакарата Ара периарги шевелис Ара ки шевелис ахала Лодиниста мот минебис Мот минебис карата Шему их сниса Ниса лебис риде Зиамова, даше цвдебатова, Симара довес каузели, каузели улу, Казабхулзе сихаварули, сихаварули.